Всем привет! Сегодня мы с вами будем замораживать огурцы. Но сегодня у нас больше видео лайфхак, так как мы будем замораживать огурцы целыми, мы их не будем резать. Вот у нас есть три огурца, среди них свежий, уже размороженный и замороженный. Видите, выглядят они почти одинаково. Начнем мы со свежего огурца. Вот так выглядит только сорванный огурец. Давайте его разрежем и посмотрим, как он выглядит в середине. Вот, свежий-свежий огурец. Это у нас огурец с морозилки. Вот так мы его разрезать не сможем. Так, а вот у нас огурец уже размороженный. Видите, он какой. Сейчас мы его попробуем разрезать и поймем, можно ли так замораживать огурцы целыми. Ну что, смотрите, как он выглядит. Сейчас я его придавлю. О, видите, сок. А вот свежий огурец. И сейчас я попробую его на вкус. Ну что, на вкус он такой водянистый, но вкус огурца свежего присутствует. Так что это на любителя. Так что можно бросить и целые огурцы и потом просто нарезать. Так что вот такой у нас сегодня с вами получился лайфхак. Ставим лайк и не забываем подписаться на мой канал. Всем пока-пока!